Она сейчас на площадке с булавами. Вообще украинки очень серьезно подошли к этому сезону. Они поменяли все композиции. Причем для всех упражнений подобрали очень серьезную музыку, которая соответствует настрою этого сезона. Бессонова выполняет турлян Ольги Беловой, который вы только что видели. Потеря была. Неудачно бросила булавы и передумала делать прыжок. Но заметно было, что он был запланирован. Не самое хорошее начало для турнира. Но вообще, вот вчера, например, здесь было опробование, и чисто практически никто не делал упражнения. И у наших валились предметы из рук, и у украинок.